Хочу сразу с самого начала сказать, что боковые орудия вот эти вот можете не покупать, не заморачиваться, как я, с покупкой машины под боковые орудия. Это все, это бессмыслица полная. Во-первых, у них заканчиваются патроны, во-вторых, очень специфичные, в-третьих, вот это вот, если урон 3000 пишут, это только по прямой вот так вот может стрелять перед твоей машиной, причем на расстоянии максимум 100 метров. На босса это не влияет, я хотел на босса взять. Вот эта херня, она 250 всего урон имеет. Из огнестрельного оружия я его тоже как-то особо замочить не сумел. В общем, есть два реально работающих варианта. Либо ставить два Одина. Или сколько у вас средних слотов на машине? Три есть, три Одина. Это лазерное оружие, у которого снаряды летят достаточно быстро. Поэтому, в принципе, вероятность попадания вашего намного выше. Но нужно очень часто попадать. По сравнению с огнестрелем я вообще молчу. Достаточно много раз надо попасть. Если мы возьмем, например, комбинацию из трех энергетических орудий, то есть у нас... Молот Тора 2700 наносит, слон наносит 1400 почти, и второй слон почти 1400 наносит. По сути, попасть очень сложно, но, как я предполагаю, при определенной сноровке, блин, я это уже буду пятый раз его бить, просто реально пятый раз его приходится бить, чтобы вам записать битву с боссом, и как его вообще пройти и что делать. В общем, начинаем. Будем пытаться его замочить с плазменных орудий. И еще. Все орудия я выставляю на первую кнопку. То есть слон, слон и молот Тора на единичку. И будем просто ездить, крутиться, вертеться и пытаться попасть. Вначале ему нужно попасть, отстрелить хвост, чтобы он не десантировал своих солдат-жуков, которых мы в джунглях видели. А потом нужно ему ракетницы отстрелить слева и справа. И уворачиваться от ракет. Вот видите, мы уже не попали. И еще раз мы не попали. И мы ему отвалили эту жопу достаточно быстро. И вот теперь самое забавное. Теперь вот попасть нужно в ракетницы. Это достаточно сложно. Вот видите, мимо пролетают. А еще здесь больно врезаться в камни. Не попали. Не попали. Не попали. Попали, но не туда. Не попали. Эх. Не попали. Не попали. Опять не попали. Да что ж такое? То ниже, то выше. Достаточно коряво я, конечно, с ним бьюсь. Попал хоть раз? Нет. Ни разу не попал. Вы видите? Это вот просто... О, отвалили сразу. Одно попадание, и сразу все отваливается. Вот одно попадание, и все. А с пулеметов нужно... Хорошая у нас позиция была, можно было попасть. Попали. Снова не попали. Попали, но не туда. В общем, определенная сноровка нужна, чтобы попадать с энергетического оружия. И у меня ее как таковой особо нет. Он у меня намного лучше попадает, потому что они у него самонаводящиеся. Вот мы попали ему, но в крыло. Попадаем, но в крыло.
Слушай, чувак, ну дай уже попасть, а. Ну вот почти же. Блин. У него возможности уворачиваться намного больше. Вот.